Mail.ru Group сегодня – это сообщество брендов. И, конечно же, для студентов это огромный плюс, потому что они могут выбрать то направление, тот проект, который им действительно интересен. Все наши проекты мы открываем на базе ведущих технических вузов. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – это вуз, который активно развивает и внедряет все, что связано с перспективным развитием в области образования и науки. Всего сейчас действует 5 образовательных проектов, 4 из них находятся в Москве и 1 в Санкт-Петербурге. Как раз проект «Технополис» мы открыли именно для подразделения, для департамента одноклассников. И, конечно же, по аналогии с московскими проектами, лучших из студентов мы будем брать на стажировку в компанию. Предложение, с которым вышел Mail.ru, с точки зрения создания программы «Технополис», показалось интересным, потому что в нем было включено достаточно большое количество курсов, которые полезны студентам нашего института и, собственно говоря, которые позволяют им стать хорошими специалистами в их области. В «Технополисе» преподают действующие программисты. Это очень классно, получить огромный такой опыт от них, да, как работать над какими-то лучше проектами, как лучше ставить свой график. И они дают именно то, что, по сути, тебе, ну, пригодится в жизни тем, что ты реально будешь пользоваться в дальнейшем. Учиться совмещать это с университетской, ну, учебой, это достаточно просто оказалось, потому что это мне интересно, и мне интересно этим заниматься. И то, чего мне не хватало на практике вот в университете, я получаю именно в «Технополисе». Мне кажется, что основным достоинством является вовлечение в процесс образования специалистов, которые непосредственно в настоящий момент находятся на рынке и разрабатывают информационные системы. В данном случае «Технополис» — это уникальная площадка, которая позволяет аккумулировать работу профессионалов и передавать знания студентам. Как и другие подразделения Mail.ru, одноклассники имеют позиции стажеров. И, соответственно, наши учебные программы рассчитаны на то, что студентов готовят потенциально к такого рода стажировке. В ходе освоения практических вещей с нашими экспертами студенты получат, в общем, естественно, в этом смысле преимущество для того, чтобы попасть к нам на стажировку. Уже во время обучения ты можешь оставить резюме, попробоваться на какие-то вакансии. Сегодня я проходил собеседование на позицию Android-разработчика, просто оставив резюме на сайте проекта. То, что учеба в «Технополисе» бесплатна, это, конечно, очень важный момент. То, что такая крупная компания, как Mail.ru, помогает студентам и будущим их инженерам обучаться, и это очень-очень здорово. Судя по преподавателям, видно, что там действительно очень классная команда. Действительно, хотелось бы работать в таком коллективе. И вообще все очень классно. Проект Mail.ru интересен для наших студентов в первую очередь своей практикоориентированностью. Они работают над реальными проектами, которые являются современными, используют передовые технологии в области разработки веб-приложений. Такие проекты, как «Технополис», это шанс, которым обязательно нужно пользоваться. Неважно, на каком курсе, втором, третьем или четвертом, это в любом случае будет вашим ключом к успешному трудоустройству в крупные, интересные, классные компании.